Так, всем привет. Продолжаем наш специальный мануальный массаж. Значит, шейно-воротниковая зона. Начинаем. Сет номер один. Начинаем растирать. Если бы мы не делали массаж спины, то начали бы с сета номер 0, когда бы мы проработали лопатку. Об этом смотрите в предыдущем видео. Вот начинаем растирать трапецию. Быстрые, энергичные такие движения. Палец по лакромиальному отростку большой начинает обводить вокруг, и мы отжимаем дельтовидные мышцы все вот по кругу. А фактически мы как бы вокруг лопатки обходим, мы как бы рисуем крылья Купидона. Вот такие перышки, да, нарисовали маленькие крылышки, крылышки Купидона. Беремся лапы леопарда прямо плотно за ткань и натягиваем одеяло на себя. Прием называется «тянем одеяло на себя». Рука превратилась в кулак. Прямо на холке. Ну, я вам говорил, что остистые отростки обычно мы костяшками по ним не водим, это больно. А вот на холке можно. Прямо по холке, у кого она большая, вот, раздавливаем ее, растрясаем прямо кулаком. Можно простучать. Разводим в стороны руки, уперевшись в лакромиальный отросток, да, и вот мы как бы растягиваем лопатки, растянули, соединили кулаки, чтобы обойти уголок лопатки, по ней тоже будет больновато, да, поэтому мы его обходим, тут руки разворачиваем, и получается рисуем минору, это еврейский канделябр, то есть смотрите еще раз, вот основание мы нарисовали, вот стержень и 8 подсвечников по телу, видите, рисунок остался. Нарисовали и протолкали тазовые кости по очереди. Раз, два. Для декомпрессии. Я уже многократно повторял, да, что от этого базиса все кости, которые растут вверх, толкаем вверх, которые вниз, толкаем вниз. Второй проход. Миноры. Развели плечи. Основание нарисовали. Нарисовали стебель. Развели руки. И теперь прием называется бронетранспортер. Спустился с горочки и забуксовал в низине. Как отбойным молотком отбиваем таз назад, вот туда. Третий проход. Опять развели плечи, нарисовали основание, нарисовали стержень. А у минора, я вам скажу, оказывается не 8 подсвечников, а 9 должно быть. Развели и большими пальчиками вот так вот по числу сефирот 9. Нарисовали 9-й подсвечник. И здесь вот начинаем место, где ППС. Проминаем с подкручиванием. И как бы зажигаем свечи, проходясь по всем подвздошным костям. По гребням подвздошных костей. Зажгли свечи. Руки остались на месте. Толкаем в таз. А это рука на себя. Плечо по диагональной. Диагональная растяжка такая. Вот в сторону. У кого короткие руки не хватает, да, то можно в принципе и локтем. Вот, растянули, протолкали так немножко. И теперь прием, художник стирает картину. Все, что мы нарисовали, стираем и выкидываем негатив. По живот вот можно приподнять немножко. Второе движение по ребрам, межреберная невралгия, вот так вот. Избавляемся от нее с вибрацией. По плечам третий проход и по локтям. Острым сбросили энергетику. Вернулись в исходное положение. И дальше будет сет номер 2. Это уже конкретно шейно-воротниковая зона. Хип-хоп, ла-лей, дай свет. Переходите к нам на тренинги. С вами был Олег Алавгудин.